Здравствуйте, я начинающий журналист. Я празднично оделся, заметь. Ты, говорит, списывай, но только не как у меня. Нахер надо. А ты точно журналист? Да. Лада, просто нам по... Он, кстати, прав. Нет, подожди, а что, ты не можешь со своей канистрой прийти машину покупать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас уже он подорвался. Драйв актив. Ты-то что тоже? Кто-то сам с собой разговаривает. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Ну что ж, я выждал паузу. Я ждал сколько мог, и сегодня прорвало. Сегодня особенный день. Потому что именно сегодня мы с вами посмотрим новое изделие от АвтоВАЗа Гранта Драйв Актив Лифтбэк от канала Азат. Всем желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на Телеграм. Ну а мы начинаем. Давай, брата. Одну секундочку, мог забыть. Не забыл. Поехали. Ли весь алгоритм на Ютубе, обзор выстрелил просто жестко. Поэтому давайте, еще раз нужна ваша поддержка. Как только я выкладываю обзор на что-то наше отечественное, Ютуб почему-то ставит блок. Не знаю, с чем это связано. Поэтому, пацаны, очень сильно нужна помощь, чтобы видео поднималось в рекомендациях и больше людей это видело. Поэтому комментарии, лайки и репосты. Обязательно репосты. Инстаграм, ТГ, куда угодно. Давайте, пацаны, верю, что получится. Атакуэйшн, короче, пацаны. Атакуэйшн алгоритмы Ютуба. Он, кстати, прав. Не забывайте комментарии, там лайкос. 15-го года, 8 лет между ними разницы. И когда-то вот это стоило кочерга 500 тысяч рублей на автомате. А сейчас вот это стоит 1 150 000. Ты серьезно? Просто вы опять сделали новую машину. Да они, наверное, сели. Шаманы вот эти. Сейчас же там новые. Совет их там, и директора там новые. Они все, походу, что-то разное пьют. Все, чтобы они не употребляли, наверное, даже свежую чистую воду, почему-то возвращает их назад. Я просто не понимаю, это что за задняя скорость. Это называется «вернемся к истокам». Сейчас же опять будет и реклама на него будет какая-то. На него будут тратить деньги, бюджет, то есть до людей опять доносить, опять... Асад, если ты когда-нибудь это услышишь, я, короче... Я уже на стриме ребятам рассказывал. Я здесь давеча, значит, посмотрел ролик одного обзорщика. Он очень сильно огорчился, очень сильно расстроился. Говорит, ты понимаешь, что у меня 8 детей. Я не мог поступить иначе. Скидка, как говорится, сама себя не на... Да, вот. И он очень сильно огорчился. Он говорит, потому что это лучшая машина. Да, лучшая, самая лучшая, наилучшая. Поэтому, да, держу в курсе. Очень сильно расстроился. Опять старую Калину хэтчбэк по-новому. Чек горит 346 километров пробега. Чек горит. У нее ноль топлива, ее выгнали. Вы че? Как вы продаете машины, где ноль топлива? Ёб в рот, блядь. Че за тачку мы опять? Нет, подожди, а че ты не можешь со своей канистрой прийти машину покупать? Ты-то че тоже? Да. Для народу, нашу народную, пацанскую, новую, опять интересную. Я просто в шоке. Один и тот же автомобиль уже в течение десятилетий продается людям всегда по-новому. Кому сказать спасибо? Новому директору АвтоВАЗа, управляющему. Они приходят друг за другом, а машины не меняются и не меняются. Здорово, ребята, как... Потому что они все ездят на иномарках. Раньше, как... Им насрать, что производит завод. Как в молодости, пацаны, как в начале, здорово, братцы, здорово, мои родные, короче. У нас Гранта, знаете что, драйв-актив не просто хэтчбэк. Что за драйв? Можно я вот это на превью поставлю? Можно я весла на превью поставлю? Драйв актив. 2023 год, поехали. Молодец! Да новый директор пришел, говорит, так, возвращаемся к веслам. В новой, улучшенной комплектации поставим по стеклоподъемнике. Чё за драйв актив? Вы чё опять сделали? Просто полосу на хэтчбэк красную... Все. Если для вас это драйв, ну серьезно, тогда я не знаю. Это драйв-пассив. Вы душевные инвалиды. Какой? С
Стань пассивом вместе с Grand Active. Ладно, не благодарите, я от всей души. 8 клапанов. Ладно, тормоза. Это неотъемлемая часть активного вождения. Ебтей. Придите в себя, мы в... Вверх здесь, что за драйв? Веста тоже вышла, она же, кто не видел, идите, все как есть. Сколько денег тратится на пиар вот этого дерьма? Лучше бы вы столько денег потратили на то, чтобы что-нибудь придумать. Как вот москвич, да? Че там с москвичом? Кто-нибудь за него слышал еще? Че там по москвичу? Разработали там что-нибудь новое? Давайте приколимся, еще подождем. Где, правда, москвич? Они шильдик переклеили, нет? Что даст москвич? Просто посмотрите, что происходит. Что за X-Ray у нас новый китайский появился? В смысле, это восьмерка, по сути. Сколько раз ей на лицо сели этой восьмерки? Хотя бы 8.5 сделаете. На этих тачках, вот считай, это восьмерка, я же говорю. Ездили мои дядьки, мой пахан, я, мои младшие братья, которые на 16 лет меня молодят. 4 поколения! И еще 14 будет ездить. Помните, когда она только лифтбэк, это только кузов появился, еще Жора Ривазов на него обзор сделал. Жору Ривазова уже забыли, а они еще до сих пор эту хуйню делают. На таблеточку. Диски сразу поставили, сразу. 340 чем-то километров, уебали это, потому что это говно, а не колеса. Что они сделали? Обвес ей сделали. Вот честно, симпатично. Сам кузов смотрится симпотно. Но сколько можно делать эту хуйню, а? Интересно, просто следующий ее внешний вид у этого кузова какой будет? Была Калина, потом обычная Гранта, а теперь Гранта фейслифт. Есть же и Калина такая же. Калиновская жопа есть. Я просто не понимаю, сколько еще вот это будет продолжаться. Дети, которые у моего сына в яйцах плавают, на ней будут ездить. Я вам серьезно говорю, и ваши. Это будет до бесконечности. Сейчас, с учетом того, что я Весту видел, и здесь вот здесь огромнейший плюс. У Весты вот эта обманка, диффузор, типа, под выхлоп. Вот эта имитация выхлопа, она слишком высоко и так уродует. Я бы ему, сука, с ноги наебнул бы этому типу, кто ее так придумал, клянусь. Они друг у друга рисуют и даже сами не понимают, что это палец. Ты, говорит, списывай, но только не как у меня. Попа в натуре симпотно смотрится. В темно, да, полоска, ну, сам, блин, ништяк. Вообще... Кузов, формы кузова нравятся. То, чем оснащен этот кузов, это пи***ц просто. Хараба, приложение для быстрого поиска и проверки автомобилей. Да, Асата еще забыл сказать, что Винлайн, кстати, да, это наш партнер. Да. Ссылки в закрепленном комментарии, в первом, там зарегаться можно. Придепи сейчас, кстати, до 20 тысяч дают, да, там, фрибет. Да, там на спорт, на киберспорт, на когда выйдет Лада новая, хорошая, и выйдет ли она вообще, тоже там все можно, да. Да. Для жителей Беларуси, кстати, Казахстана и России отдельные ссылочки, да, там все можно посмотреть, да, с 18+. Ну, 2 секунды, да, занимает буквально там раз, оп, 2 секунды, там телефон, пароль и год рождения. Все, все. По старинке. 1 150 000 рублей. Вуаля, с завода, ну, в смысле, не идут. То есть с конвейера их не ставят. С конвейера не ставят, это доп. Опция. Тут машина сама доп. Опция к жизни. Вот это не драйв актив, а доп. Опшн. Доп. Опция чистейшая. Это ни хрена не автомобиль, чтобы вы понимали. Это я же говорил, это изделие. Скоро фара доп. Опция будет, да, сигнал. Вот, Роснефть. Рекомендуют они еще. Роснефть, свяжитесь с ними. Кто у нас? Сечи. По-братски, я тебя прошу. Капни что-нибудь им в голову желательно. Мочи, может. Машину забираешь, а в ней бенза нету. Че, восьмиклоп старый, салам алейкум. Братуха, гашки здесь контекст работает. Пока резиновый завод есть, все они. Все будет у них нормально. Почему нельзя выпустить какой-нибудь hot hatch? Когда была Калина NFR, она была интересной, реально. Вот почему нельзя было ее доработать? Гольф огромное количество поколений меняет, делает легендарные тачки. Неужели нельзя делать качественную машину? Почему это вот так на конвейере? Нахер надо. Лада, мы делаем на отъезд. Просто стоит и все. Знаешь, если бы не менялось, и цена бы еще не так сильно росла на нее. Сейчас еще одну придумал. Лада, просто нам по... Завирусец. За 8 лет насколько машина поднялась? На 800 тысяч, что ли, лепить? Да пусть на 500. За 8 лет схуяли.
Че, кто-то за 8 лет больше стал зарабатывать или что, я не понял. О, задние барабанчики подъехали. Занал тачку, купишь. Конечно, сейчас на рынке. Я надеюсь, кстати, Асата, когда посмотрит этот обзор, оценит мою рубашку Асат. Смотрел несколько сейчас роликов подряд. Я празднично оделся, потому что Ладу ты редко выпускаешь, да. Они хоть и штампуют это дерьмо систематически, но я празднично оделся, заметь. Я оделся, ну как на праздник, чтобы вот это посмотреть. Лайк точно надо поставить и подписаться. И дешевле машины нету. Да и нахуй она нужна? Куда еще дешевле? То есть это тот вариант, когда куда еще дешевле стоит ебически дорого. Она уже космос денег стоит. А противотумана как не было с 300 тысяч, так до ляма 100 не появились. Мы все эти противотуманки прям ебать. Как принципиально не поставить или чё? Посмотри, опять, 1 100 000 она стоит, а как противотуманок не было, так их и нету нахуй. Чё в смысле, заругано их туда поставить? А противотуманки как стоили 3 500, так и стоят 3 500 или 4 500. Хорошие. Вот эти индийские, эти трёхколёсные, помните, вот эти? Вот рикши, вот эти. Я тебе говорю, если на нём... В смысле, не безопаснее, не комфортнее. Какие парктроники? Ты ж постоянно в движении. Ты ж дикий, она же рыщет, понимаешь? Ты ж постоянно в междуряде, на гранте. Ты кобра, ебать. Ты ж даже разворачиваешься вертикально. Они даже не знают, наверное, не знают, что парктроники. Там можно точилку засунуть под карандаш, но точно не парктроник. Я помню, когда вот эти зеркала появились. А, там, в смысле, вот как будто типов, знаешь, на болевой взяли. Автомобиль, это же что-то, ну, я не знаю, я ж затроил. Что-то должно быть в нем красивое. Я просто не знаю людей, у которых настолько уебанные мысли в голове, что они еще это вот, ну, в тачку вот, ну, они дизайнерами называются, понимаешь? Вот я бы таким кочергу в жопу бы засовывал, вот там, в аду где-нибудь, я не знаю. Но, и вот из всего уебанного образа автомобиля зеркалам уделяли огромное количество вот внимания. Это вот, по-моему, тот момент был, когда я в папахе вот так там типа леща раздавал. Ай, какие зеркала не поставили, вы видели, какие зеркала? Придурок, эти зеркала с 15-го года на эти машины ставятся. Чего ты кайфанул этим зеркалам уже 3 года? Сука, 3 года им. До сих пор это папаха пи***й пошла. Эти зеркала еще ебашат. Они даже вот эти буквы не поменяли. Они даже шрифт не поменяли в названии. Найди на интерес, сколько лет этому шрифту? Сколько моделей автомобилей вот просто хотя бы вот эту букву поменяли? 6-го, 7-го года. Скоро век закончится. Китайцы красавчики. Вот просто вдумайтесь, что они сотворили за последние 10. Помнишь, сколько раз мы с тобой снимали, я говорил, 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 лет. 5 прошло. И они за 5 лет нагнули, сука, пол черепной коробки у меня как так минимум. Есть. Китайцы красавчики, они делают шляпу и теперь уже продают ее задорого. И мы так же делаем. Мы делаем шляпу шляпную и продаем дороже дорогого. Мы даже пи***е, чем китайцы, блядь. Мы армяне, блядь. Тама говорит, подарок. Чё за подарок? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас уже он подорвался. Ой, барыфа, ты. Он все знал, как ты, что ты, мой хороший. Спокойно. Не надо. Он уже побежал. Не надо. Это наш человек. Сумка вот эта, ебать, что за подарок, нет? Я просто в шоке сидел. Сейчас многие говорят, будет клоун. Не, я сам по себе такой. И кто близко со мной живешь, они знают, что я такой. Ну вот это что за подарок? Вот что бы тебе такое на день рождения дарили, близкие твои, вот серьезно. Каждый это раз. Друзья. Вот что бы тебе каждый кент твой вот такую хуйню подарил. Что в подарочке? Вот здесь. Ну, это треуголка, пилотка. Вот это, чтобы вы понимали, ни хуя никакой не подарок. Это все входит в стоимость. По-любому. 100%. Конечно. Просто вам об этом не говорят. Вам это преподносят как подарок. Сеточку они сделали, спутниковую сигнализацию поставили. Вот здесь ниточку. Все, тот же самый лифтбэк. У меня был лифтбэк. У меня был. Вот когда они только появились, у меня был серебристый лифтбэк. Как он у меня был тогда? Вот то же самое и сейчас. Просто тогда я его купил там что-то за 400 с чем-то тысяч. А сейчас он стоит 1 000 000 с лихом. Сау, пацаны, что?
ебанули. Дядя, чувак пишет: здравствуйте, я начинающий журналист. Пишу статью про геймеров. Можете прокомментировать, но сколько вы опытный геймер? А ты точно журналист? Ебанутая, что ли? Ты каличный автомобиль, в смысле, серьезно? Вот, ну, посмотри, здесь даже сигналки нету, ну, понимаешь. Центрального замка нету. Центральный замок, интересно, есть еще интересно у этих шляпных сывороток? Прям очень интересно, а ну-ка. Есть, да? С ключа есть. Спасибо! А, от души, подумали же, да? И вот смотри, а сам ключ, материал вот этот, да, он все хуже и хуже. Картон. Как заводилась она 13 лет назад, так она и заводится. А чек гореть все начал, все раньше и раньше, на километр же. 346 тысяч. Одна бедная кнопка кондиционера, и вот весь твой кайф. Вот кайф у АвтоВАЗа вот такой. 1 100 000 рублей. Сзади весла? 8. Конечно, нахуй весла! Это повозка! Скажи, а от души, что-то, блядь, конь стоит дороже, ёба, конь! Чё ты хотел? Может, ещё, чтоб ты выходил, тебе двери открывал? За лям 150, братан, ты чё? Скажи спасибо, сударь, что тебе вообще хоть что-то двери дали. Ещё они тебе здесь две дополнительные кнопочки будут пускать. Тебе надо, нахуй, сами пустишь. А это чё? Она интересно работает. Не надо. Какой-то... Подожди. Не обнаружено. Выполняется самоликвидация. Выполняется проверка микрофона и динамика. Принесите контрольные фразы. А? Произнесите контрольную фразу. Интересно, что она сделает мне максимально? А? Она бам! Может заглушить? Произнесите контрольную фразу. Кто-то сам с собой разговаривает. Кто-то в разговор вклинился. Конференции. Что надо сделать? Не нажимай больше. Не, а что она говорит? Вот, ну реально, ну это же какой-то смех. Это смеха панорама чистой воды. Я дурачусь, я понимаю, да, но если честно, заебало. Может, кто-нибудь займется. Ну серьезно, в этой стране куда только не инвестируют, что только не делают. Пожалуйста, я вас очень прошу, есть, может, кто-нибудь займется, подберет, вот никому на. Причем мы же и поможем в этом развитии. Я серьезно говорю, там, что бы ни было, где бы ни было, одну из своих тачек я реально куплю «Ладу». Если будет хорошая машина, хотя бы попытаются ее реально нормально сделать, 100% я куплю и буду время от времени на ней ездить, это железно. Вот как, допустим, я сейчас купил новую, да, там, тачку очень дорогую, но при этом я время от времени езжу на Камри, езжу, потому что мне эта тачка нравится. Вот то же самое будет вот и с этой. Ненужный завод, на котором ничего просто не делают уже веками. Там скоро мысль об автомобилестроении потихоньку исчезнет вообще нахуй. Я понимаю, что они даже не думают. Нивы как делали, так и делают. Сколько раз обещали Ниву поменять? Хуй на не, я его все. Веста, сколько ее ждали? Какой она только не должна была оказаться. Ее ждали, как в натуре, вот как все ожидали, что там будет еб. А получилось, знаешь, что? Да ну нах! Старые песни, а главное. Кондиционер включил, и вообще такое ощущение, как будто ты не едешь ощущение. Мне кажется, коробкам АвтоВАЗа надо поставить отдельный памятник. За вой, за родной вой. Ты вой коробки АвтоВАЗа хуй с каким перепутаешь. Даже если будет в этот момент в унисон звуча, выть волк, ты один хуй. Слышишь, бля, автовазовский, коробку еще хруст второй поймаешь. Даже если стая будет. 8 клапанов, АБС-а нету. А чем моя Гранта тогда была не драйв-актив, которая,
которую нам Рыжий подарил. Просто обвешал. Да, ну не верю, подожди. Да не может не быть в тачке за даже лимошку АБС-а. Ну это что-то вообще трэш какой-то. Сами сиденьями и все. Она тогда сколько? 800 стоила. Салон здесь, что ты? Вот он мой хороший. Думаешь, кресло какое? Это просто вот, ну, имитация чего-то, салона. А ну-ка, с драйвом прокатимся, пацанята. Как вы? Пристегнитесь нахуй. Я вас сейчас с таким драйвом прокачу и с таким драйвом не остановлю, что вы даже не представляете себе. Ну здесь ваш Миклоп 90 лошадиных сил. Теперь она хэтчбэк просто. Просто у комплектации не у кузова появляется комплектация, а у них наоборот, у комплектации кузов появился. Ну вот был драйв-актив седан, вот у драйв-актива появился хэтчбэк. Давай, давай, тварь, блядь. Активней, мразь. Кондиционер работает, бля. Тут тебе надо выбрать, либо умереть от жары. Нет, подожди, ты надо выбирать, как бы. И нахер, и ну, очень круто поводить. Либо тебе все-таки надо, ну, чуть-чуть подпридержать коней, ну, как бы, подпривязать их в стойле и вот с комфортом ехать. Вообще не едет она. Это не электропедаль. Понятно, что Е-газ. Я просто не знаю, это УЕ-газ. Потому что пока он подумает, можно еще один такой разработать. Подвеска просто ужасная. Ты подвеску слышишь? А ну. Она что, разобранная? Все дребезжит у машины. Посмотри просто. Слушай. А? Все, стекла, подвеска. Смотри. О, слышал? Да, да, да. Сзади что-то. Слушай. Слышишь, как у нее чашки стучат? Просто подвеска разболтанная вообще вся. Как будто ее просто не собрали, эту машину. Вы что, в натуре? Качество за все это время стало кратно хуже. Ровно настолько, насколько стала она дороже. Вот она стала ровно настолько хуже. Toyota Corolla рядом с Grand Sport Car. Второй гольф, если не круче вот этой тачки, я свой собственный покой, бля, утратил. Суетимся. Гранта же, бля. О, а, это еще клаб, да, Гранта клаб. Это клубная тачка. А это драйв актив, а это клубняк. Там чисто клаб. Клаб кого? Я не понимаю, что за просто клаб, что за клуб. Это, откуда они придумывают эти названия? Клуб кого там у них есть? Наверное, хотя бы одного одноклубника. Чтоб он сказал, я одноклуб, мы одноклубники. Такие типа две гранты подъехали, три лет. Вообще, мы одноклубники. Чё за у нас Гранта Клаб, ебать. В натуре Гранта Клаб можно вступить? Не, брат. Я одноклубник, да, да, я активный водитель. Активный водитель, да. Давай, давай. А я, говорит, пассивный. Вот, мы выходим из поворота. Ва-а-а! Активно. А ну-ка. Фу, я тебе говорю, покойный Айртон Сенна, я не переживал такие перегрузы, как и я сейчас, бля, пережил на этом автомобиле. Она прям прижалась. Сейчас мы съедем с... Девиз Лады пишет в чате, хуже быть не может. Или просто хуже некуда. Этого, как его, с асфальта. И там посмотрим, как она едет. С третьей пытаемся, фуру обгоним. Фуру обгоним, быры, опасно, опасно. Денджер, денджер, брательник, ассау, ассау, родной. Все, мы это смогли сделать. Мы смогли переключиться на четвертую. Надо ее прошить, зашить, блядь. Сначала порвать, блядь. Потом что-нибудь с ней отмутить, я не знаю, ой, распороть. Короче, надо с ней вот огромное количество ночей переспать, блядь, с этой машиной. Блядь. Смотри, заворот какой. Смотри, чуть мы не перевернулись. Мне нравится, если это Асоми стойки, которые стояли на спорте. По-моему, Асоми они называются. Они нормальные. Ну, сейчас смотри. Слушай, вот она. Привет, брат. О, вот. Как только малейшие вот, ну, трещины на асфальте, как вот эти неровности, вы сразу чувствуете, как эта жесткость. Ну, вот. С первой. Пацаны потом видео посмотрят, скажут, ебать, 300 километров, блядь, машине, а ей же надо обкатку, надо 40 тысяч делать.
на автомобиль, именно на Ладе, 40 штук. Если ты приедешь, что-то по гарантии приедет, он тебе скажет, а вы проехали, блядь, 40 тысяч километров? У нас обкатка, блядь, тарана. Сколько? Что он придумает? 40 тысяч километров? Аж кожа натянулась от драйва в этой тачке. От цены кожа натянулась. Только пизде. На жопе я его все. Сигнал, пиздец. Это что? Сигнал? Это сигнал или я не знаю, или что это вообще? Это как можно так назвать? Ты даже гудок не назовешь. Ебать. Это сигнал. Вы чё, идиоты? В смысле, клянусь, я никогда бы не нажал этот сигнал, вот настолько бы мне, чтобы вот, ну, не опозориться в этот момент. Сейчас люди подумают, что ты... Что я молоко... Молоко развожу, да. Очень обидно, что сейчас, когда вот и так, и без того... Куражное какое-то время, да, по сути, куражное время. И мы слышим многое, что все будет хорошо, что все будет развиваться с Божьей помощью. Ну, что-то, короче, я не знаю, что-то мы Богу не хотим, походу, в этом помогать или что. Я просто не понимаю, до каких пор вот это еще будет продолжаться. Ну, просто уже несколько поколений видели этот автомобиль. Я все равно верю. Не знаю, почему, что хотите мне говорите, как хотите ругайте. Я почему-то все равно верю, что что-то где-то оно изменится. Я не знаю, может, я сумасшедший, и вообще это все вымышленно, я в дурке лежу. Смотрю этот ролик один, но я не знаю, мне кажется, придет какой-то реально человек, который любит свою работу, который организует эту работу и что-то сделает. Потому что, ну, это просто, блядь, это очко, это полное очко. Видели его под разным соусом и с разными ценовыми категориями, да, там с разной ценой. Но суть она не менялась. Может, уже пора что-то нормальное, или нас китайцы шапками закидают просто. О, тормозите. Говорят, чтобы за это взялись. Кому там петицию написать? Репетицию. Короче, походу, ничего это не будет меняться, а если будет, то не скоро. Поэтому подписываемся на канал Asato Channel, ставим лайки, дизлайки, как всегда, комментируем обязательно. Был такой хороший обзор, как я вот раньше, вот как порох в пороховницах, да, есть еще. Есть эмоция, есть, я это переживаю, я, ну, честно говоря, думал, я больше вот этого никогда не увижу, а нет. Я бы очень хотел, чтобы появилась хорошая тачка, пусть там с минусами, там что-то где-то недоработанное, но какой-нибудь новый мотор, какую-нибудь реально интересную тачку сделали, сразу бы пошел ее купил, даже, может, предзаказ взял. Ни копья бы с них не взял за рекламу, просто пошел бы реально и купил эту тачку просто вот просто за то, что сделали что-то адекватное и годное. Потому что, ну, это просто это ужасно. Что-то пошло тачку. Не так. Поэтому увидимся в новых сериях, они будут очень интересные. Давайте, пацаны, подписываемся. Асата обнял. Стук. Не забывайте, да, подписываться. Асат, удачи, на связи. Все, а все, уже, а все, а все. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.